Сегодня буду показывать, как калибруется данный китайский толщиномер GM200 или RM200. Так, он в таком. Сейчас мы его выключим. Чтобы его откалибровать, нужно нажимать вот эти две клавиши. По нулям. Потом на пластинку. Нужно ввести 0,5. Дальше десятка. Дальше 25-ка. 50-ка. Единичка. И такая вот двоечка. Все, он откалиброван. Теперь можем свободно запускать его и проверять. 0,5, 0,06, 0,06, 3, 0,03, 0,02. Вот такая вот фишка с ним. Кстати, можно попробовать еще вот по этим вариантам. 1, 1, 2, 0.